Здравствуйте. Сегодня вторник, 29 марта. В эфире новости от Maxi Markets. В этом выпуске. Прогноз по основным валютным парам и драгоценным металлам, макроэкономические новости, обзор календаря экономических событий, а также видеоуроки для опытных и начинающих трейдеров. Агрессивные перемены направления сегодняшних торгов по паре евро-доллар свидетельствуют о напряженном состоянии трейдеров в преддверии вечернего выступления главы Федрезерва Джанет Йеллен. Рынок ожидает комментариев о состоянии американской экономики и прогнозов по повышению процентных ставок в текущем финансовом году. Пробой сопротивления 1.1210 позволит покупателям развить наступление до отметок 1.1230 и 1.1250. Поддержки располагаются на уровнях 1.1180 и 1.1168. Покупателям по паре фунт-доллар удалось вплотную приблизиться к отметке вчерашнего максимума 1.4280, и они предпринимают попытки закрепиться выше этого уровня. Очередной виток ослабления американской валюты толкает котировки к новым вершинам, привлекая все новых покупателей. В нашем прогнозе на сегодня предполагаем рост до уровней 1.43 и 1.4330. Поддержки располагаются на отметках 1.4250 и 1.4227. Трейдеры по золоту заняли выжидательную позицию, что не позволяет котировкам закрепиться за пределами отметок 1217 долларов, 1219 долларов 30 центов. С открытием американских торгов мы предполагаем активизацию трейдеров, а публикация экономической отчетности США при благоприятном раскладе для продавцов и возобновлении роста доллара приведет к снижению цен до отметок 1212 и 1210 долларов. Сопротивления по-прежнему располагаются на отметках 1221 и 1223 долларов 20 центов. Попытка продавцов серебра преодолеть психологический барьер 15 долларов за унцию на данный момент не увенчалась успехом. Но нисходящая тенденция не утеряла актуальность. При пробое данной отметки следует ожидать снижения до уровней 14 долларов 93 цента и 14 долларов 86 центов. Ближайшие сопротивления располагаются на уровнях 15 долларов 15 центов и 15 долларов 22 цента. Обратите внимание, завтра в 15.00 по Москве в Германии будет опубликован индекс потребительских цен за март. Свежие данные по немецкой экономике способны повлиять на движение единой европейской валюты, увеличивая шансы заработка. В долгосрочных прогнозах аналитиков BNP Paribas и TD Securities нисходящий тренд пары евро-доллар. Будьте в курсе событий, открывайте сделки, зарабатывайте на новостях. Информационный видеоканал Maxi Markets теперь в прямом эфире на YouTube. Подпишись и будь в курсе. Подпишитесь на канал Maxi Markets TV. Будьте в курсе событий. Для подписки перейдите на сайт YouTube по значку в правом нижнем углу видео. Нажмите на красную кнопку «Подписаться». Будьте в курсе событий. Открывайте сделки, зарабатывайте на новостях.